это еще что за Франкенштейн? Как тебя зовут, американская вундервафля? Демонам слова я не давал. Я Дориан, я заставлю тебя замолчать навеки. Нам нельзя терять время попусту и сидеть сложа руки, пока наши парни сражаются на передовой. Абсолютно с тобой согласен, но у нас на исходе практически все виды ресурсов. Чем мы сможем заняться? Но у нас ведь полон склад запасных частей к нашим монстрам. Что если из них смастерить гиганта? Это плохая идея. Ничего хорошего из этого не выйдет. Готов побиться с тобой об заклад, что создам достойного гиганта. Что скажешь? По рукам. Приступай, братишка. Я тут немного накидал чертежей. Взглянешь опытным глазом, брат? Мне нечего добавить. Франкенштейн будет годный. И как быть с недостающими модулями? Их нам придется изготовить из последних запасов стали. Наши инженеры справятся с задачей. Практически вся сталь ушла на эти детали. Ты уверен, что все получится? Он еще с лихвой себя окупит. Вот увидишь. Ты готов, МС-1, увидеть советского Франкенштейна? Ну же, удиви меня своим проектом.